кого вы собрались Ну-ка, рейдить? сколько это интересно этой книги? Так вам. Чё вы прикалываетесь? Давайте, ставьте уже. Сейчас поставим, сейчас стрелы соберу. Сколько Ставьте. пауков интересно с ними двери деревянные? Да не надо сейчас стрелять. Ну и так, просто я не буду стрелять. Не надо. Ну Все, все, я кидаю, давай. Всё, кидай. Куча дерьма там будет. По-моему, да. Отходи. Отходите реально подальше. Залетай! Ой-ой-ой-ой-ой. Залетай, залетай, залетай. О, брат, надо было сразу второй сервер, давай. Ломай Ух ты, все в ух ты. жопу. Как-то у нас получилось. Ломай. Значит, вот на первом этаже, вот тут, в середине. Ладно, один, 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 кто-нибудь встань вот сюда, вот сюда, встань. Ломайте все, что есть. Вот так вот. Давай, давай. Так ты. Знаешь, как делать? Голову вниз и там. Давай вот подниму. Ой-ой-ой-ой! Встань, камбэк! Чё ты сел? Нет, садиться не надо, встань. Серый, вот что ты сейчас сделал? Я почти залез. Голову давай, опусти, голову опусти. Прыгай, прыгай. Ё-моё. Да встань же ты. О. Да ладно, не залез. Дай тебя попробую. Давай, давай. Давай по мне. Опа, залез. Вот, залез, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, я тебя держу. Всё, пусто полностью. Пусто. Пусто? Взрываем это самое. Кого, кого? Кого, кого взрываем? Стенку. Какую, блин, взрываем? Вот, думаю, вот это вот. Вот это вот. Да какой-нибудь уже взрывается. Вы везде посмотрели? Нигде. Нигде. Я не знаю. Вот слева печки. Вот они слева печки. Чтобы печку вот эту. Куда вы. Отходите! Я открою вход, чтобы никто не залез. Сейчас будет бум. Две сразу. Ты стой, стой! Вот теперь заходи. Опа. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тут чувак, я ранен. Убейте его. Господи! Тут еще чувак спит! Меня повалили, капец! Калаш, где мой? Капец, блин, такие как лохи залетаем. Я тупо по нему дави. Опа. А у него ничего не было. Ну что? У него крутые арморы были. О, патроны. Мне калаш. Кто видел мой калаш? Нет, не видел. Отдыхал. Я подобрал калаш, он ушел, как хорошо. У него не калаш же был. Калаш мой. А, значит, вот такой. У него вроде чьи-то штаны валяются, это нужно подобрать. Стоп, тут чувак! Где? Я его нашел. Он вот тут, он вот тут. Он вот тут. Ящик сейчас, если найдем. Вот тут он. Вот тут он. Ребят, дайте шприц, шприц, дайте. Вот в эту дверь. Воткни мне шприц. Сюда иди. Я бинты кинул. Это рейд. Воткни мне шприц, кто он? Что-нибудь ценное хотя бы вышло. Да я вижу какой-то бомб. Слышь, алло. Да. Вот сюда закиньте сишку, вот на эту, на развернутую сетку. Зачем? Он вот тут вот сидит.
Я его видел, он такой в тихую залез. Вот этот ящик у него здесь висит. А зачем нам его дом? Поставить этот хом, потом встать вот туда. Ну что, будем его выходить? Давай, договорились. Давай, выходим. Что, будем выходить? Да, конечно, дверь откроет сразу, шмаляйте. Да, тут нифига нет. О, вот тут стоит ящик. Давайте это, поставим этот хом. Отойди, здесь. Мне все равно здесь дальше развиваться продолжим. Можно делать. И зачем он сюда сел? Ну, мне кажется, он в спальне. Мы так залетели красиво. Так. Смотри, мы... Конечно, в спальне, вы стенку сломаете, взорвете. Так, а у нету... Вот там рядом можно ресурсы. Вот, у меня есть... Нет, у меня три ресурсы. Но... Капец, много разговоров, пошли отсюда. Как всегда, скайп вылезал. Ну, что-то мне кажется, он спрятал где-то. Нужен камень. Вы опять сишки тратите? Вот эту стенку снеси, я поставлю новую. Вали. Хочу еще делать. Ну, на другой бутон потратить. Сейчас да. Нашли, то лучше потратили. Да. Ящик уничтожили. Нормально. Так, сейчас идем. Сколько? У меня есть 486. А как он стоял, мы не знаем. Пока позже там не спали. Да, успокойся. Я вот тихо, а кого нас убили только там? Авторизую, все авторизуемся. Все, и просто это. Давайте у кого есть сет. Да он не будет его восстанавливать, этот дом, вот увидите. Да ч, подумай. Пойдем будет. Так, о, у меня оказывается шприцы есть. Сейчас у него ничего не будет, да? Вот, 15 патронов, 14, простреляйте. У меня вообще только 20 патронов осталось. Все, хватит. Фига, сколько болтов отнимает? По 3. Ну-ка, заходите. Ух ты, господи. О, заремувить можно, ребят. Приписывайте, ремувьте его, все. К чертям собачьим. Подожди, мне напоминает этот... Подожди, это как у Брейна был этот... доме, как у Брейна, точка в точку почти. Короче, тут надо 100 секунд сзади, думаю, никому не охота будет стоять. Почему я ремувить могу спокойно? Можешь ремувить? Нет. Зачем ремувить? Пусть стоит, кто-нибудь зайдет. Больше дерево подкатит. Да, бля, пересна. Обалдеть. Это, наверное, стрела Амура. Ладно, чё? Кого, куда? Кого, куда? Так, это кто? Так, давай, подожди, стой. Вот это перекрестие, спускайся. Отойдите, вот. Отойдите, где это перекрестие? Вот прям. А, вот, вижу. Отойдите. Отойдите, ребята! Давай, да ты там все равно ничего не сделаешь у нас. Отойдите. Да, зала. Давай, две стены сразу, давай. Еще раз, куда-то, вот. А, блядь, перезаряди. Мне в голову кто? Давайте так вот так аккуратно. Давай. Не хватило? Еще надо. Сколько у нас? 83, по-моему. Да, сишка. На, кто-то кинет. А, подождите, стойте, у меня еще одна есть. Подождите, отойдите. А, еще одна, давай. Ну-ка еще раз, где середина? Я что-то ее не могу различить. А, вот, все, нашел. Давайте. Печки вижу. Пошли. ОМОН, работаем. Бля, меня что-то не было. О, господи. Да, сейчас будут пыкаться. Встань, Виртус. Виртус, Антон, встань. Встань, Антон. Ладно. Вот туда давай. Да, вот. О. А мы могли бы не стрелять. Так, ну что-то здесь пусто, да? Угу. Я не вижу, я дойду. Да, домик пожарный. Что-то нахрена мы его, конечно, трогали. Да, ну, это называется заброшенные дома. Блядь, мы уже который дом рейдим. Наверх.
Наверху никого нету, кроме трупа. Ой, ребята, у нас еще две сишки, пошли что им делать. Идёте, я говорю вам, там пляж, домик стоит хороший, надо было сразу взрывать. Ребят, чё, вас ждать, не ждать? Какую стенку взрывать, слышишь? Уходим, уходим, не пуляй. Вот эту? Блин, вот насчет это я не знаю, ну смотри. Ладно, хер с ним. Ухожу, отхожу. Я ведь сейчас болта пульну. Не-не-не, не стреляй, не стреляй. Они пока что сутками начали. Просто отбьём. Эй, ребята. Тут мало чего. Дружки. Блин, у него тут по 250 этого. Стенку мы сможем вынести? Каменную стенку сколько мы будем ломать примерно? А эту дверь? Опа, топором можно ломать эту. Уже вон сколько. Блин, смотри, пол топорика. Кто умеет делать железные топоры? Вот, если ты наделаешь их, как раз таки знаешь, сколько будет. Вот уже... Да, есть 600, 683. Ребят, нам нужно прикрытие. Ребята! А ты где? ТП пиши, я сейчас быстренько ко мне... ТП. Я ворвался! Врываемся, опа. Блин, еще. Херачим. Продолжаем, ребята, в том же духе. Наверху. Наверху у него вышка, мне кажется. Ладно, давайте. Да, топорами железными. Так, нормально идет. Так, а эта дверь правильно стоит. А, да, точно. Что-то мы какие-то стартеры, они, блин. Эту дверь вы долго будете ломать, потому что она правильно стоит. Окей. А вот это, а вот это. Вот эту мы долго будем, недолго будем ломать, ребят. Вот эту быстро доломать. Давайте, может там шкаф? Да, серьезно, да, ту лучше. 5, 4. Давай, доламывайте, я сказал, что... Кто ж сзади? Отойдите, сзади, сзади, отойди, террорист! Пусть добивай, добивай, добивайте. Врываемся. Бля. А там дверь сзади, там сзади... О, стенка, кстати, неправильно поставлена. А там сзади улица уже. О, кирки подготовьте, мы... Это не выход на улицу. Это выход на улицу, вы ломаете. Серьезно? Давай тогда второе самое. Кого? Надо. Вот эту, может, будем ломать. Вот эту лицки. Так, а подожди, у него сколько на сколько сделан дом? Сможем вы достать до него? О. Так. Подожди, а он что-то не ломается вообще. Скифта не надо ломать. Не ломается, не ломается. А ты что ломаешь? Ты потолок ломаешь. Ты сюда один не стенку ломаешь. Да, это не ломается. Мне кажется, у него нет там лут. Серьезно, вы так собираетесь херачить? О, вот так, вот так, вот так, вот так, ребят. Станьте так. А, у меня кирка сломалась. Было что-нибудь? Да, 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 мы взяли. Ой! Извиняюсь. Я, конечно, наше местоположение спалил. Нам могут прийти и убить, ну ладно, чё, ребят. А чё они ломаются?
Не стреляйте, кто там стрельнул? Болтовка отнимает по два. Мне жалко просто. Ух ты, буржуй. Опа, топор. Еще один, да? О, все, 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 хватит, хватит. Ты что-то разогнался. Все, херачим дверь, херачим. Эх! Хотите мне два топора? Давайте мы уже по. О, топоры. У всех. Вот так вот. Чё-то чувак зря поставил такие двери. Добивайте, я выберу калаш. Отхожу. Заходим, заходим, заходим. Ну! Вот у деревянная дверь, ломай меня. Да ё-моё. Да я же вам говорю. Мы кругами ходим, по-моему. Чё-то мне кажется, там один ящик стоит. А что там стоит? Там какое-то, что-то там, там стоит, я не вижу. Там стоит. Там пусто вроде. Опа, еще один болт, тот самый добитый. Там пусто, ребят, вроде пусто. Я не вижу, но там вроде пусто. Да ём... Может лучше дверь сломаем, а? А дверь-то куда, на балкон ведет, получается? Кто стреляет? Я. Да зачем стреляешь? Я не вижу, да нам, там пустая комната, ребят, там пустая комната. Слушай, надо низ, низ ломать надо, там обут его будет. Всё, блин. Иди сюда, смотри, вот, идите. Вот это надо ломать, вот то, что там. Ты уверен? А как он туда залазит? Ну он все это зарьмовал, пока офнулся, блин. Закрылся там. Сишка надо, сишка. Есть у нас дома? Подожди, раз, два. Да, получается там еще стена. Да, вот здесь он. Нет, ты пыхнуться я могу попробовать сделать сишку, но вроде у нас не хватает на сишку. Блин. А у кого рецепт есть? Хотя, слушайте, нет, ломаем, давайте, если может быть там ящик. Там... Ящик может за этой стеной. Но если наверху ящик, вот где за деревянный, тогда да. Там нет ящика? Там ну, нет, там пусто, там вроде. Там пусто, там пустая комната. Там хрен знаешь, чё поймёшь. Стал... Ну да, вот тут он стенки поставил бомбовские у себя, вот тут. Давайте кирками все-таки попробуем вот эту стенку. Да. Будет долго, ребят. Три удара. Три удара. Кирки нету. Становитесь все. Вот, сзади, у кого нету кирки. Блин, только 10, твою дивизию. Нет, давайте подумаем логически, где у него могла еще дверь стоять, вот здесь или посередине? Ух ты, блин, у кого выключено это, как его? Friendly Fire включен. Ребят, никого не бил. Меня только что задели, блин. Может... Тебя, может, выключен? Я по всем... О! Читер? В смысле? Откуда? Тут я читер. Я на втором этаже упал. Быстрее поднимай. Меня убили. Злый день какой-то убил. Его кто-то лутает. Убивайте нахрен. Невидимый, что ли? Я не знаю. Убили вы его? Убили? Ребят. Да, его, блин, раздевает. У него раз.
раздевает, блин, на видео, на видео снимай. На видео снимай. Я забираю вещи, я открыл. Так, подожди, ТП. Подожди, а кто броню снял? Вот, броню кто-то забирает, он сам, я не брал. Я снял броню. Так, Тер быстро принимай это, быстро отбегай от дома и принимай мою этот. А кто его убить мог вообще? Напиши что-нибудь в чат, быстро, быстро напиши что-нибудь в чат. А кто тебя убил, скажи мне? Я не знаю. Ну там бывает, показывай. Какой-то меня убил, блин, у меня на видео даже есть. А ты видео сейчас снимаешь? Да, я уже давно сказал, ребят. Просто не из откуда меня взял и убил. Вы нашли его? Нет. Злыдень! О, меня злыдень убил, точно. Злыдень. Да куда? Ну на улице, тут холодно, блин. Домой, там теплее. Капец. А что ты делал на втором этаже? Меня кто-то ударил, я побежал на первый. А может быть тебя кто-то ударил, и у тебя кровотечение было тоже. А написано, это злыдень, что убил. Вот, злыдень валяется. Ребята, вы мне штаны отдадите мои? Где злыдень валяется? Вот он. Вот он висит, обыскать. А, это я, Икснавити, лол. Меня злыдень убил. Блин, как я даже не помню. Короче, я потом покажу. А патроны мои кто-нибудь даст? Еще у меня и патроны вроде были. Ладно, хер с ними. Кто стрелял? Или у меня не было патронов, я не помню. Просто кто-то сзади меня один ударил, и потом я написал, убил вас за день. У меня ни кирки, ничего нет, ребят. Юрий Николаевич просит ТП к нам. Какой? Да. Это кто? Это мод. Администратор. А, ну давай. Дайте мне выйти, блядь, не знаю. Давай, выходи. А ему кто-нибудь писал или он сам ТП решил? Я написал то, что админ ТП смог сюда читать. Все ТП. Ну-ка. Тут... Это если дядя Женя, то хочу поздороваться. Это не дядя Женя. Ладно, хрестно. Где он? Он сейчас замер. Он бессмертный. Сейчас видит вооруженное лицо. Он бессмертный. Он перед нами, короче. Предалицей стал. Ну как индейцы. Привет. Алло. Короче, дело в том, что я сейчас, мы стояли, как бы рейдили чувака, и мне прилетает сзади удар. Я побежал перевязываться на второй этаж, и меня из ниоткуда убил какой-то злыдень. У меня даже видео есть, как бы, вот. Я вот сейчас даже могу посмотреть. Ну, блин, она целая, и как бы я не хочу, скажут, типа, пиар и забанят в группе. Там полное видео, в смысле. Ну, вырезали. Хорошо, вырежу, ребят. Я просто неизвестно, как он меня убил. Просто даже там не было видно, где он, как будто невидим.
Угу. Ну, все, так, спасибо. Мы дома обыскали там кого-то. Багами да, мы. Пацаны баловались. Да все, мы не пользуемся ими. Да успокойтесь, это даже если за это не банят даже на обычных серверах, как бы самый. Даже сам Олег Брейн этим багом пользовался, так что не надо тут начинать. Последнее видео они с этим хотели в стенку телепортироваться, так что все. Так что нам можно. Смотри, мы повторяем все за Олегом. Все. Нам пофиг. Ну иди сюда, голый шок. Иди сюда. Иди сюда. Пошли с нами, будешь помогать. Стенку фигарить. Мы тебе кирку дадим. Пошли. Лишние руки нам не помешали бы. Ну ладно, давай. Окей, окей. Так, до свидания. Удачи. Спасибо. А вы в кого стреляли, ребят? Ну когда, нет, в смысле, когда меня убили? Побежали за мной, начали фигарить во все? О, господи. Нет, когда мы, блин. Мы только 50 лет. У меня ничего нет, ребят. Всё. У нас точно настишку нет. Эй, выйди! Сколько? Ой, как много! Ой, ребят, как много! Ну, террорист, отходи! Террорист, отходи! Сейчас сишку ставить будут. Ну, как бы он прям в упор стоит. Так. Ждем. Сколько осталось? 85. Нормально. Давайте. Мы сможем. Мы можем и хотим. Хотим и можем. А? А, биозаряды. Уходим, уходим, отходим, отходим. Отходи! Биозаряд не отнимает ничего. Отнимает. Сколько? Серьезно? 66. Ну хотя бы так, ребят, ну хотя бы так. Да ну, ребята, ну слышите, ну. Буст, перестань. У меня еще факел остался, точно. Факел же пофиксили, блин. Все, он закончился 9. Мясом можно бить. Где? Все, спасибо. Хотя уже доломали, да? Сколько мы на нее минут 15-20 потратили? Одну сишку. Вот этот момент уже надо снять. Ну, 3. Да. Давай 2. Я беру калаш. 1. И че все перестали? Давай! Ча!
Он чё, пустой, что ли? Я не пойму. Пустой. Это получается вот здесь ящик. Нет, пустой. Нету? Это пустой. Надо было ту дальнюю ломать, блин, сука. Ребят, все на крыше, вы приколитесь? У него все на крыше. Лом... У него у крыши. У него полки на крыше, по-моему, если они. Ну-ка. Вот кто вот в эту щель видит? Иди сюда. Я хз, блядь. Полки, что ли? Полки, по-моему, и ящики большие, нет? Возможно. Возможно, возможно. Так. Слушай, а здесь шкаф не достает. Долны. Про в натуре не достает. Твою ж дивизию! Твою! Ломай его нахрен! У него на третьем этаже! На третьем этаже все, ребят! Ребят! О, господи, хватит ломать все! Хватит ломать все, ребят! Мы ломали, ломали, да ломали, блин! Серьезно, блин! Серьезно! Вообще нету. Нахрен его разбирай. Столько ресурсов. А как они там оказались? Строительство разрешено, ребята. Мы ящик как... Ой, господи, ребят. Пустой. О, что-то есть. Это... Два пустых. Так, Т-250, потом револьвер. Что, жира... Да, ё... Всё! Сколько ресурсов, блин! Штука просрали. Времени. Вон ещё какой-то дом, побежали до него. Вот это вот посерьезнее будет дом. Я его зарейдил уже. Слушай, а в доме шкафа нет лопухов? Знаешь, как эту серию назови? Как? Лопухи в Расте. Лопухи. Как раз таки у нас сегодня день фейлов, ребят. Каждый день у нас. Это кто построился там? От безысходности уже, да? Так, надо пройти, просмотреть весь или пройти. Да-да-да. А вы пока работаете. О, я пока буду с этого. Да ё... У кого пол? Стреляйте.
болта с глушаком. А нас с той вышки не снимут? Хотя у них нет такого снайпера, как у нас. Это именно про кого такого? Про тебя, ты у нас топ-снайпер же. А, ну да. Топ-снайпер? Не про тебя, не про тебя, я про Антона. Подожди, а он теперь там у него... Аллилуйя! Он думает, теперь там вообще... Да, Иван? Ван? Да нет. Знаешь, короче. Да ладно. Теперь свой портрет в рамку поставим. У меня бывает за скобки, я, блядь, не буду. Так, в игре так получается врать то, что сантиметров что-то убил сегодня. И, блядь, стоит 10 не могу ничего попасть. Также мы и в тундре, блядь. В тун? Полкилометра убью, то, блядь, никакого упора не могу. А кого убил? Спящего бомжа? Нет, он что-то бежал, когда я ему в лоб попал, и здесь тут плечо, почти он упал. Давай, Ваня, отсюда же получается. Кофе, короче, с болта осудим, да и всё. Я уже не могу. Ух ты. Ты патроны знаешь, что ли? И сейчас кто-то залетает. У меня патроны закончились. Господи. Ух ты, ух ты, ух ты. Опа, 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 опа. Тыкву мы нашли, ура. Хоть что-то тут есть. Да ёкарный заяц! Ищите, где плохо поставлена стенка. Да вот здесь шкаф стоит, вот здесь. Где? В середине, да. Под середине, да. А, вдруг нет. А, тут точно. О боже. А никто не видит в этой щели, нет? О-о-о, подожди, фундамент тут хреновый стоит. Вот фундамент херовый стоит. Под шкафом? Да, 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 под шкафом прям вот херовый фундамент. У кого стрелы есть? У меня есть 3 стрелы. Вот стреляйте в него, опа. Все, нету шкафа, пацаны. Да! Просто как ссылку просто так. Да, да, да. Вот это четко сработало, это без фейлов. Давайте ремонт. Подождите, начните со второго этажа, пожалуйста. Всё, пацаны, ящики, ну хотя бы тут не так затратно прошло. Пацаны, сульфур, сульфура и сульфур распад. Риму все. Меня залагало, пипец. А вы труп посмотрели? Да. Мне даже не с чего убить его. Ух ты! Ящик только не заремуфьте, я спрошу. Вот. А крышу кто будет ремовить? Вдруг не хватило парню. А крыша сама упадет сейчас. На нас. Можно оставить крышу, так надо. Нет, убирай все нахрен отсюда. На дерево.
меня было дерево, на, вот, дерево. Вот, где, вот, на, лови. Я пока тыкву поем, у нас там... О, как раз таки три, оба. Все отлично. О, господи. Ой, это кто? Это кто? Это кто? Это кто? А, это буст. Капец, мы все уничтожили, что было тут, ребят. Че, домой ты поехаемся? А? Ну подожди, у нас вообще патронов нету. У меня есть на пистолет 97. Подобрал. Десять, пятнадцать.